Рада вітати вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу Миколаїв. Це вас хвилює, час хвилюватись. І зараз, сьогодні, ми з вами хвилюємось про Миколаївський академічний художній російський театр. Разом з нашими сьогоднішніми гостями. Директором, художнім керівником Миколаївського академічного художнього російського театру Артемом Свистуном і керівником літературної частини Миколаївського академічного художнього російського театру Мариною Васильєвою. Друзі, хвилюйтесь разом з нами. Господа, здравствуйте. 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 Спасибо большое, что вы приехали к нам в студию. Артём Александрович, вы в новом качестве уже сегодня приехали к нам в студию. И мы сегодня волнуемся за наш русский театр. Итак, Марина, с чего начнем волноваться? Ну, я думаю, начнем с того, что хоть и программа называется «Це вас хвилює», поводов для хвилювання немає. Коллектив, слава Богу. Коллектив стабильно работает, сложный, непростой момент, но я думаю, что в любом коллективе смена главного руководителя, тем более в нашей ситуации наш руководитель Николай Антонович Кравченко очень много лет работал в театре, руководил этим коллективом, конечно, безболезненно это проходить не могло, но тем не менее случились вот такие перемены. Артём Александрович Свистун, наш новый директор, художественный руководитель, встретился с коллективом, рассказал о перспективах ближайших, рассказал о перспективах и творческих, и, опять-таки, вы видите, в какой ситуации находится сейчас наше здание. Оно, к сожалению, вот, разрушается фасад, и необходимо срочно приступать к строительным работам, точнее говоря, к ремонтным. И об этом Артём Александрович рассказал коллективу. Я думаю, сегодня будет уместно, если обо всех нюансах наших перспектив, и творческих, и нетворческих, Артём Александрович расскажет сегодня вот в прямом эфире. Артём Александрович, вы вступили в должность, вы очень, мы знаем, творческий человек, но вступив в должность директора театра, вы превращаетесь еще и в хозяйственника. Абсолютно верно. Ну, прежде всего хочу поблагодарить за то, что была поддержка и продолжается поддержка наших горожан, людей, которые неравнодушны к театру, к театральному искусству, коллектив, который действительно видит цель, перспективу, стратегию развития. И, конечно, полгода этот вопрос хвалював, да, и это было действительно... На всех телеканалах, на всех станциях проблематичная ситуация, внутренняя ситуация в коллективе, это внутренний накал, это были эфиры, это были программы, это действительно было. И вот 27 апреля, спустя полгода, когда я победил в конкурсе и были судовые процессы, я был официально на сессии областного совета, решением большинства голосов депутатов назначен на эту должность, согласно закону, потому что, к сожалению, у нас было нарушение законодательных, много актов, нарушение закона. И я думаю, что первое правило любого руководителя – это верховенство права, когда должно быть все по закону, должно быть четко и действительно выполняться все правила. Это одно из самых первых моих распоряжений было – это приведение в порядок дисциплины, сохранение как хозяйственника здания, да, проведение инвентаризации, проведение аудит-проверки, сохранение творческого климата в коллективе. Да, вот это главное действительно... сохранить еще коллектив. Конечно, да, Артём Александрович? Это самое главное, потому что история очень большая, богатая в этом коллективе. Ну, я хочу сказать, что я 5 лет до этого в коллективе театра был на должности директора-распорядителя. Ну да, вы же не чужой театр. Я не пришел и, как говорится, со стороны... Не с улицы пришли. Да, и не начал разрушать, ломать, я, наоборот, начал созидать, потому что выработалась определенная стратегия, первоочередные планы, программа на ближайшие 5 лет. Есть четкая программа, которая приложена к моему контракту, контракт подписан на 5 лет, и есть вопросы, которые не поднимались многие года, и их невозможно решить за один, за два дня, за неделю. Но в планах есть четкая структура, есть четкое распределение обязанностей, есть четкая хозяйственная ситуация. И все, я хочу попросить прощения у наших жителей, потому что главный основной вход сейчас у нас закрыт для посещения зрителей, потому что аварийное состояние находится, фасадная часть театра, но у нас вот есть прекрасные... колонны, да? Колонны, да. Это первое создание комиссии, создание депутатской комиссии,
памятники архитектуры. Это памятник архитектуры XIX века. Это действительно хочется сохранить уникальное здание и своей структурой, и своим наполнением. И в ближайшее время, в летний период, мы хотим, чтобы это действительно привести в порядок и сохранить здание архитектуры с сохранением всех норм строительных работ. Но сейчас у нас открывается прекрасный летний дворик театра, в котором тоже в летний период у нас запланирован ряд мероприятий, показ летних спектаклей, проведение мероприятий для детской аудитории, летних вечеров, музыкальных вечеров. Театр должен жить и вдохновлять, и самое главное, что коллектив, который находится, он будет находиться в творческой атмосфере. На сегодняшний момент мы планируем, как и заявлено было, международная летняя театральная школа, которая состоится в конце июня. Приезжает у нас из города Иссуар, Франция, Центра драматического искусства. Марк и Марек Жаке, они будут проводить по комику Дель комедии масок положений, проводить мастер-классы для наших артистов. Это будет Йонас Бузеляускас из Литвы, город Анекщай, Центр драматического искусства, по театру символизма, по европейским направлениям. Ну и наши театральные школы и университет Карпенко-Карова и Харьковская академия, которые покажут, чем живет сегодняшний театр. Улучшат профессиональные навыки, дадут новую струю, вдохновят наших артистов для того, чтобы создавать новые проекты, интересные проекты, чтобы этот продукт, который театр должен для нашего зрителя показывать, был действительно современен. И мы многие вещи смотрим в интернете, мы можем смотреть примеры яркие других театральных коллективов. Мы должны выводить наш театр на хороший европейский профессиональный уровень. Поэтому та программа, которая была мной указана, на осень, на открытие нового театрального сезона, будет показаны новые премьерные спектакли с сохранением русской классики, украинской классики, европейской классики, современных экспериментальных работ и долгожданное обещанное открытие малой сцены, которая действительно позволит использовать малые формы. Это, как говорят, закатить рукава и за летний период заняться максимально постановкой с учетом творческих отпусков. И 2 июня мы закрываем театральный сезон большим полотнищем. Марина, я думаю, расскажет более детально о новых наших премьерах, которые запланированы. Но работать. И то есть отпуск вам не светит, да? Абсолютно. Ближайшие 5 лет без отпуска, а потом уже будет хорошо. Вот. Самое главное, что есть цель, есть стремление, есть четкая стратегия, есть четкое видение этой работы и сохранение вот этого атмосферы профессионального, творческого, добродушного климата. Артём Александрович, театр – это некий такой, даже не то, что творческий коллектив, это симбиоз организм. Всего, это организм, полон тайн, интриг, всего. Вот вы не забоялись возглавить такой сложный организм, стать во главе, вот если по-честному? Как любой руководитель, он чувствует ответственность. Я чувствовал ответственность и сознательно и шел на конкурс, понимая полную ответственность за такое учреждение культуры на юге Украины, одно из таких весомых. И я осознавал, что это большая ответственность, и я в ответственности и не только как хозяйственная, административная, но и художественная. На вас замыкается все. Конечно. Абсолютно нету никакого страха, опаски. Я отдаю отчет, и это понятно, что служение искусству. Служение мельпомены. И основная цель – это служение громады. Да? Театр для людей, театр для зрителя. И мы сохраняем все виды искусства. И основная задача – театр должен быть вне политики, а для людей – созидание, сохранение театрального искусства. Это очень важно, что вне каких-то вот этих перипетий современных, потому что эти волны приходят, уходят, а театр, конечно, остается. Марина, будьте добры. Итак, какие премьеры нас ожидают? Вот Артём Александрович сказал, что 2 июня закрывается театральный сезон, но отпуск, как я поняла, телезрители, отпуск нашим гостям. Не знаю, как у вас, а у наших гостей сегодняшних отпуска не будет. А без отпуска сложно. Ну, на самом деле, да, хочется сказать, что у Артёма Александровича уже и выходных, естественно, нету, и у нас вместе с ним, потому что очень много работы, и тут как раз выпало так, что много праздников, и, конечно же, все праздники работаем, потому что есть в этом необходимость планирования, если говорить о творческой части, в первую очередь, про планирование работы коллектива творческой. И вот первое, что
начали вот делать, да, это приступили буквально вот за один день. Вот хоть и Артем Александрович сказал буквально несколько минут назад, что все быстро не делается, но если поставлены такие задачи, можно сделать и быстро, да. Поставлена задача к Дню защиты детей, была такая традиция ранее, сейчас она как-то немножечко ушла, возобновить эту традицию и поставить сказочку для наших маленьких зрителей. Такую сказочку, которая могла бы быть показана не только в нашем театре, в стенах театра, и, да? Да, в стенах театра, но и на других базах, то есть, может быть, это база отдыха, может быть, это школы, пришкольные лагеря летние. То есть, чем ближе театр к нашему зрителю, тем лучше, тем более, что впереди у детей каникулы, и мы бы могли их радовать этой сказкой. Таким образом, 1 июня у нас уже состоится самая первая премьера. Это сказка «Сто поцелуев принцессы». Ух ты! Мы знаем эту замечательную историю, написанную Гансом Христианом Андерсеном. Небольшое количество артистов будет занято, но задача состоит в том, непростая, что сказка должна быть поставлена чуть более чем за 2 недели. Это Ого. Достаточно сложно, но коллектив, который будет занят в этой сказке, будет работать очень и очень активно, и утро, и вечер будут репетиции. Таким образом, я думаю, более того, я уверена, что 1 июня состоится премьера, и это будет замечательная премьера, яркая, нарядная, очень веселая, и нашему маленькому зрителю понравится. Это будет настоящий праздник. Далее мы закрываем театральный сезон, спектаклем «Дракон». Вы знаете, это большое серьезное полотно, да, которое мощное. И было победителем на фестивале «Хома Люденса», выезжало в Киев. Конечно же, оно достойно того, чтобы закрывать этот театральный сезон. Далее у нас продолжается работа над очень серьезным спектаклем. Это классика, как и обещал Артем Александрович. Это будет ближайшая премьера именно в этом направлении, «Доходное место» Островского. Очень многонаселенный спектакль, очень на сегодняшний день острый, хотя, впрочем, наверное, не только на сегодняшний день Островский-то. Ну, классика, она современна всегда. Но очень острая, очень серьезная пьеса, и я думаю о том, кого приглашает Артем Александрович на постановки и какие это будут названия, вот он сейчас расскажет более подробно. Ну, еще одно из направлений, это я приглашаю заслуженные деятели искусств Украины, Вахтанг Арчилович Чхаидзе, который приедет, поработает с нашим творческим составом буквально вот в ближайшие дни, и мы обсудим в коллективе следующие постановки, где будет задействована основная часть нашего театра, и завершение, почему было завершение сезона спектаклем «Дракон», задействована вся труппа театра, чтобы задействовать максимально весь творческий состав, все наши силы, возможности и показать в новом сезоне большие хорошие полотна, где бы принимали участие практически основной весь состав нашего театра. Это одно из таких новых направлений, чтобы можно было это реализовывать. И в проведении этих событий мы самое главное, что сезон мы закрываем 2 июня, но театр будет продолжать свою работу, он будет создавать показ спектаклей до отпуска, артисты будут еще задействованы в показах спектаклей. Может это быть, выездные спектакли, выездные, да? спектакли. Вот почему детская сказка. Мы сейчас очень получили много заказов, и у нас идет взаимодействие службы организации зрителя. Они непосредственно работают с нашим зрителем и на потребность дня. Да, что им сейчас интересно, что бы они хотели увидеть, и какие идут основные запросы для того, чтобы мы понимали нашу репертуарную политику. Артем Александрович, а что сегодня хотят больше всего видеть зрители? Смотрите, классика вечна. Да? Классика, вот да. Очень это много мониторинг, который происходил, потому что в своей программе я обращался к репертуарной политике согласно мониторингу запроса от зрителя, да, и стоял очень часто такой острый вопрос позиционирования себя как русский драматический театр, но, к сожалению, нету русских классических пьес, которые идут на репертуарной палитре. Поэтому одно из таких направлений – возрождение спектаклей, постановка спектаклей русских классиков. Но основное – это русская, украинская и европейская классика, основа, которая будет создавать фундамент
академического театра, но и экспериментальные работы тоже будут иметь право на постановки сценической площадки. Также экспериментальные работы могут быть на малой сцене, для малых форм, для определенных социальных проектов. Это одно из тоже направлений. И вот ко Дню защиты детей у нас будет социальный проект. Мы будем для детей из социально незащищенных семей, детей, пострадавших вследствие зоны АТО, и дети военных, мы будем для них благотворительные, продолжать вот традицию благотворительных спектаклей, тоже будет показана эта работа. Потому что театр должен быть доступен для всех. Театр должен вовлекать, и театр – это храм искусства, который лечит человеческие души. Это то, что должно происходить. И театр должен вдохновлять людей на создание, отключение от тех негативных факторов, которые влияют их в социуме. Да, но еще театр должен пробуждать светлое и учить людей думать. Потому абсолютно что верно. Не секрет, что не все думают. Иногда ощущение, что просто люди даже и не хотят часто думать, потому что, задумываясь над тем, что происходит сегодня, как-то становится грустно. А театр все-таки пробуждает и лучшие гражданские чувства. Абсолютно верно. Дает тот лучик света, мне кажется, в том царстве, чтобы видеть хороший финал, хороший выход. Да? Потому что очень многое, когда на сценических площадках, вот я посещаю многие фестивали, когда ставятся тяжелые моменты, взятые из жизни, и когда зритель приходит и говорит, ну, мне в жизни хватает тяжелого, я хочу отключиться от этого и прийти в театр, получить позитивные эмоции, но в то же время помыслить, задуматься и заставить осмыслить свою факт, свое бытие, то, соответственно, я думаю, что это будет результатом наших постановок и отзывов уже непосредственно после показа спектакля. Вы говорите о малой сцене. Когда-то она функционировала в стенах Русского театра, потом в силу определенных причин она долгое время не работала, и вот снова малая сцена. Что предполагает собой малая сцена? Марина Викторовна сейчас уже расскажет о наших работах, которые Джонатан, да? Да, на самом деле есть такие планы, что площадка на самом деле может быть и не одна. Да. Вот, то есть спектакли малого формата можно показывать. И это самое быстрое, что мы можем сделать, это как раз во дворике театральном, соответственно, плюс у нас... Ну вот, да, чем не малая сцена? Да, малая сцена. Наши артисты да, могли бы, опять-таки, в плане самореализации готовить и моноспектакли, и спектакли на 2-3 человека, то есть если кто-то чувствует необходимость сыграть ту или иную роль. Галина Михайловна Губова, например, не так давно выступила с инициативой. Есть такая замечательная книга, которая изменила судьбы многих людей по отзывам этих людей. Это «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон и Ричарда Баха. Галина Михайловна создала небольшой моноспектакль, на который можно водить и нужно нашего молодого зрителя. Прочитать книгу, конечно, сегодня готов не каждый. Все сидят в интернете, в гаджетах, в одноклассниках и так далее. Но иногда, выходя оттуда и оглядываясь вокруг, о боже мой, надо что-то делать. Ну вот Галина Михайловна, пожалуйста, предлагает вот такое замечательное произведение, которое она прожила и готова проживать каждый раз перед зрителем. Точно так же, я думаю, Артём Александрович выступит с этим предложением. Оно, наверное, впервые прозвучит сейчас в эфире, чтобы и другие артисты выступали с такими же предложениями. Это было бы замечательно. По поводу... Где и какие площадки будут? Я думаю, что... Ну, это будет осенью, вы узнаете из анонса, мы с вами посмотрим. Это будет несколько площадок, это и экспериментальные площадки будут, вот, и основная сценическая площадка малой сцены будет, на которой будут проходить. Это форма для полотна наших молодых режиссеров. У нас многие являются студентами театральных вузов, и наши молодые артисты могут реализовать себя как молодые режиссеры. Это будет лаборатория... Это хорошая режиссерская школа. Конечно, конечно. Актерская тоже, и актеры. Да, и наши заслуженные артисты, народные артисты, это будут творческие вечера, это будут бенефисы, это будут определенные экспериментальные работы, совместные работы и социальные проекты, направленные на определенную арт-терапию. Это будут проведения вебинаров на этих площадках для того, чтобы можно было получать актерское мастерство. Это, ну, действительно такая школа, малая сцена, режиссуры, актерское мастерство, такой симбиоз, как мы говорили, да, сегодня уже. Это действительно будет новое, хорошо забытое старое.
Ну да, все новое – это хорошо забытое старое, но нужно его правильно преподавать, это старое. Чтобы не Абсолютно. говорили, что это, это старомодное или это ненужное. Да, Мариночка? Ну, конечно же, да. Но я думаю, что уж никак не получится старомодное не нужно, хотя бы в силу того, что на сегодняшний день в обществе, тем более в культурном обществе, существует множество разных форм работы со зрителем и интерактивные формы. И вот эти вот разные небольшие площадки, они как раз дают огромную волю творчеству и молодым артистам, и молодым режиссерам, и не молодым, а тем, кто просто хочет реализовать какую-то свою нереализованную творческую часть. Это просто замечательно. Коллектив, помимо вот плановой работы на большой сцене, имеет возможность работать с тем материалом, которым хотят данные конкретные артисты или режиссеры в рамках малых сцен. Тем более, что малая сцена – это такой вид спектакля, максимально приближает и зрителя, и артиста, да. И они как бы становятся одним целым. Поэтому школа, которая будет международная летняя театральная школа, там представители европейского театра, они будут учить наших артистов приспосабливаться к прямому контакту со зрителем, да, непосредственно в определенных условиях, выгородках, и это будет театр символизма Йонаса, который покажет, и у нас на прошлой международной летней театральной школе в Очакове он показал это в хорошей форме, интересно. И для николаевского зрителя будет интересны новые подходы, новые формы, и это могут быть произведения европейских классиков, которые актуальны сейчас в Европе, да, и стремление создавать вот этот мостик движения европейского вектора, который идет в направлении, но и сохранение своих традиций, своих особенностей. Ну вот главное сохранение все-таки своих традиций, своих особенностей, потому что это хорошо, что европейское искусство к нам все ближе и ближе, но и мы тоже не лыком шиты. Конечно, господа. Поэтому основная площадка, основные вопросы. В любой ситуации все должно быть выверено и сбалансировано в репертуаре, то есть мы не говорим, что направление будет взято исключительно там европейское из... Там 35 спектаклей, к примеру, да, может быть, 10 спектаклей европейского направления. Это и комедии, и драмы, и современные, и классические, ведь огромный выбор. Там, к примеру, 10 спектаклей – это русская классика и 10 – украинская, ну, грубо говоря, да, и какой-то сегмент спектаклей для детей. То есть просто нужно все сесть, спланировать, просчитать. Мы сейчас этим занимаемся. Это достаточно сложно, потому что материала много интересного. Режиссеры что-то предлагают свое. У Артема Александровича есть свои планы, которые прописаны у него в контракте. Ну вот в самое ближайшее время, я думаю, мы сформируем вот этот план на ближайший, до конца года и на следующий театральный сезон. Артем Александрович, а скажите, пожалуйста, хозяйственные заботы не мешают и не будут ли мешать формированию вот такой творческой атмосферы? Смотрите, ну прежде всего я призван для того, чтобы создать условия для хорошего климата, для творческой атмосферы. Поэтому работают профессионалы, есть команда людей, которые знают как бы определенные свои особенности. И моя задача как директора – создать условия для всевозможной, эффективной, продуктивной и качественной работы. Это из основных правил. И, соответственно, если наладить, как бы, да, говорят, поставить локомотив на рельсы, создать маршрут следования, и тогда можно будет спокойно контролировать вот эти этапы прохождения. Но, соответственно, возникают определенные остановки, определенные тонкости, сложности, ну, конечно, да, финансовые жизнь, бюджеты, но это жизнь, да. Без этого никуда. И вот ремонтируя даже фасад театра, Артем Александрович, это ведь очень дорого. Естественно, как бы мы будем обращаться к депутатскому корпусу, и обязательно будет создана сейчас комиссия, потому что архитектор, который сохранение памятники архитектуры, уже сейчас работает на сегодняшний день. Одно из первых распоряжений – создание этой комиссии совместно с Управлением культуры, национальности и религии. Естественно, этот вопрос будет выноситься на сессию облсовета, на депутатские комиссии, но это объект, я думаю, что к 80-летию нашей Николаевской области, этой осенью мы должны сохранить одно из самых уникальных зданий в нашем городе, я считаю, и на Центральной Соборной площади, для того, чтобы создать вот определенные комфортные условия для имиджевой визитки нашего города. Это одно из туристических маршрутов посещения театра. Вот. Ну, естественно, соответственно, привлечены специалисты, проходят тендерные вопросы для того, чтобы привлечь средства на сохранение здания.
У нас еще в Николаеве существует много аматорских театров, где работают, пробуют себя молодые люди. Вы не думали, чтобы объединять потихонечку их под свое крыло? Смотрите, ну у нас есть еще профессиональные театральные коллективы, которые здесь и студии при театрах, и определенного направления, потому что ну, в любом случае при театре может быть студия, где артисты театра готовят ребят, школьников, которые готовят в массовке, в определенные практические навыки, но есть у нас Федерация аматорских театров, которая общественная организация, занимается любительскими театрами. Мы, как профессиональный коллектив, готовы поддержать, готовы помогать этим театральным коллективам и развивать это искусство. Мы знаем, что у нас был фестиваль аматорского театрального искусства «Южные маски», это тоже может вернуться в традицию поддержки, но у нас есть еще план создания профессионального фестиваля, фестиваля профессиональных театров. Это одно из направлений, но основная задача сейчас – развитие профессиональных навыков нашего театрального коллектива. Главное, чтобы развивался театр профессионально. Да. Друзья мои, спасибо вам большое. Время нашего эфира уже подошло к концу. Но, телезрители, как вы убедились, за наш русский театр волноваться не нужно. Мы уже поволновались. И у нас сьогодні в гостях був і директор, художній керівник Миколаївського академічного художнього російського театру Артем Свистун і керівник літературної частини Миколаївського академічного художнього російського театру Марина Васильєва. А зараз, друзі, не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.